делать то, что хочется. Не делать то, чего не хочется. Всегда говорить о том, что не нравится. Не затаиваться. Вот. И я думаю, что, собственно, я думаю, не лезть куда не нужно, отвечать только на заданные вопросы и задавать конкретные вопросы, тогда ты получаешь конкретные ответы. И я считаю, это очень простые вещи, просто мы из-за того, что мы не знаем собственные свободы, вот, мы не получаем удовольствия от жизни, а от этого мы на нее и жалуемся. Вот если следовать, если просто попробовать делать то, что хочется, не делать то, что не хочется, мне кажется, что все будут прекрасно счастливы. Вот мне кажется, что это действительно так. Но это очень трудно. У нас превалирует «надо», «я обязан», «необходимо», а «хочется», «не хочется». У нас вот всегда было вот это «через не хочу», «не надо», «через не хочу». И это с детства, когда вот ложку за маму, за папу. Ну, не хочет человек есть, отстаньте от него. Вот. Вот с таких вот маленьких примеров, в общем-то, и получаются счастливые или несчастливые, свободные, несвободные люди.